С днем города Самара! Сегодня состоится основная праздничная программа. Задействованы сразу несколько площадок, чтобы избежать скопления людей. Что, где и когда, расскажу прямо сейчас. Поехали! С часа дня на второй очереди набережной начнут работу творческие площадки. Сувенирная ярмарка сделана в Самаре, театральная сцена «Самоцветы» и книжная ярмарка. Отдельная сцена на второй очереди набережной будет посвящена проекту «Культурное сердце России». Это многочисленные концерты и перформансы, так полюбившиеся всем самарцам и гостям города. Брейк-данс-шоу, ансамбль народной песни, барабанные коллективы и популярные самарские группы. А в 3 часа дня на склоне площади Славы стартует ярмарка самарских талантов «Арт-мегаполис». Для гостей выступят самарские артисты «Виа Синяя птица», а сразу после – марафон КВН. Художники из разных частей страны покажут свое творчество на набережной. Проект «Самарская земля-2020. Художественный опыт» привлек в Самару самых разных творцов. Похоже, лента в социальных сетях у самарцев снова будет пестрить. На аллее трудовой славы запланировано открытие выставки «Трудовой подвиг Куйбышева». Ну а завершит этот праздничный день фейерверк с баржи. Начало в 9 вечера. На этом все. Отличного вам настроения. Зарядитесь позитивом на всю следующую неделю. До встречи!